Не проехать, не пройти. Смыкание проспектов Ешлек и Чулман оказалось под пристальным вниманием властей. Пешеходам здесь грозят автомобили, спускающиеся в сторону Боровецкого моста с большой скоростью, а машины, выезжающие с улицы Нагорной в город, превращают участок в опасный. И до ГАИ выходили, даже у нас здесь жители в ГАИ. Ну почему-то каких-то норм нет, что здесь нельзя поставить знак «пешеходный переход». Хотя бы скорость сбавляли. Вот с этой скорости с горы мчаться сюда – невозможно. Вот видите, вот остановка, ни пешеходного перехода, ничего. Вот сейчас снег, все по колено, кто где как лезут. С жалобой по этому перекрестку еще летом в прокуратуру обратился один из челнинцев. Он сообщил об отсутствии здесь пешеходного перехода и соответствующих дорожных знаков. На данном участке была проведена прокурорская проверка. По ее результатам в суд было направлено исковое заявление в адрес исполкома с требованием переоборудовать развязку. Они должны произвести реконструкция перекрестка на основе обустройства участка дороги Т-образным перекрестком. Ну и а также обустроить пешеходные подходы к данному перекрестку и установить необходимые дорожные знаки.